Появились в старте и Глушаков, и по тайму не смогли центральные защитники Севильи удержать десятку красных. Севилья относительно быстро смогла отыграться после Приброва. 1-1 на 30-й минуте. Получилось. Вот, например, просто лет на ворота Спартака. Севилья создает очень много моментов. Абсолютно розыгрыш Севильи. Здесь и Селихов хорош. Но потом, посмотрите, что делает. Севилья так в этом матче и не сможет забить. С левой ноги Севильи. Камбара в подаче штрафной площади. Глушаков. Севилья забывает о присутствии Дениса Глушакова в штрафной. И это отвечает контратаки московского Спартака. Луис Адриано выходит 1-1. Серху начало игры. Но по факту Спартака встречали стоя и аплодируя команде, потому что паса плюс 2 забитых мяча. 5-1 Спартак.